Названы топ-3 самых продаваемых в мире смартфона. Лидировал в рейтинге iPhone X, который продается лучше других на протяжении всего первого квартала текущего года. Специалисты агентства Counterpoint опубликовали рейтинг наиболее продаваемых смартфонов в мире. В настоящее время iPhone X продолжает удерживать лидирующие позиции. Об этом пишет NDTV. По данным исследования, яблочный флагман – самый продаваемый смартфон на протяжении всего первого квартала 2018 года. На второй позиции идет его младший брат, iPhone 8 Plus. По предположениям экспертов, столь высокая популярность гаджета может объясняться активной рекламной кампанией. Замыкает тройку лидеров Xiaomi Redmi 5i, он стал самым продаваемым Android-смартфоном в марте текущего года. Такого высокого показателя китайский производитель Xiaomi смог добиться впервые в истории. На четвертой позиции располагается Oppo E8 3, что касается флагманских моделей Samsung S9 и S9 Plus, то они располагаются только на 5 и 6 позициях. Ранее сообщалось, что специалисты определили современный смартфон с лучшей в мире камерой. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.